Всех приветствую, с вами Батон. Как вы заметили, тут у меня маленькая перестановочка кадра. И сзади свет у нас уже добавился, и спереди тут свет, и сзади. Я думаю, этот кадр намного лучше, так как здесь хотя бы что-то есть. Тут хотя бы кадр не пустой. Как вы заметили, сзади еще у меня тут свет добавился. Представляете, вот обновки, вот это первый ролик мой в 2023 году. Хотя совершенно должен был выходить другой ролик, но из-за технических проблем выходит этот ролик, так что всех с Новым годом. Уже 21 число у меня. Как вы заметили, в этом году меняется абсолютно все. Поменялся кадр. Я купил себе новенький стул. Также я себе купил для рилсов и всего остального лампу. Поэтому вы обязаны поставить лайк, не глядя. А если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Все, давайте без этой болтовни переходим к сути ролику. В этом ролике я буду переделать превью своих подписчиков, то есть вас, то есть тебя. В моем телеграм-канале я сделал пост, где в комментариях мне скидывали PSD-файлы на свои превью, на переделку, на доработку, на прокачку. Вы сейчас скажете, блин, я же хотел тоже поучаствовать в ролике, но не подписан на телеграм-канал. Так подпишитесь, потому что таких ивентов, да, будет очень много, так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и на вообще все мои соцсети. Я отобрал две превьюшки. Кстати, на авторов данных превью будет ссылка в описании на их соцсети. Ну а первую превью прислал нам вот этот человек. Данная превью выйдет вот так вот. К сожалению, данная превьюшка не в PSD-файле, хотя здесь из этой превьюшки надо только релайна одного. Но я нашел исходник, так что превью будет сделано. Давайте сначала разберем то, что в этой превьюшке не так. Во-первых, здесь как бы, ну, все не так. Как бы сам текст, PlayStation, задний фон никакой, и как бы тут даже сам релайн кривовато вырезано. Ну а мы это исправим, так что переходим в Photoshop. Итак, задний фон я буду брать просто геймерскую комнату. Я сделал самого релайна справа, а текст слева, чтобы тайм-код не закрывал текст. Итак, делаем карту градиента сразу, чтобы потом нам, ну, не париться, зачем нам это, правильно? Сейчас, скорее всего, вы меня спросите, где же взять такие классные, крутые стили текста. Я вам скажу, вот вы, тут подсказки, вы на них нажимаете, и там будет. И там будет мой ролик с этими стилями, где я подробно расскажу, как пользоваться ими и как их можно заполучить. Спустя полгода, наконец-то, подобрал какой текст. Я его оставлю таким, потому что я вообще что-то башка вообще не варит. И сделал фон пиксельным, так как, типа, PlayStation, типа, игрушки, типа, пиксели. Вот вторая превьюшка, вот ник данного человека. Почему я ее выбрал, хотя здесь ничего нету, тут просто как бы вот эта вот шкала инвестиций, там вот где падает, поднимается, как бы покупать, сел, сливать и трейдинг, стрендинги. Я хочу просто этому человеку показать, как сделать превью интереснее. Скорее всего, мой вот заказчик попросил, сделай мне превьюшку по вот этим там бинансам, инвестициям, биткоинам и так далее. Ему не сказали вообще, в принципе, как я понимаю, вообще ничего, сказали только сделай там в зеленых красных цветах, видимо. Но я сделаю так, что эта превьюшка будет намного интереснее, свежее, новее и вообще суперская.
из этой превьюшки останется только вот задний фон. Из этой превьюшки останется, конечно, buy sell. Текст я, в принципе, полностью заменю и добавлю туда свое лицо. Но мы переходим в Photoshop. Вот такая первая у нас превьюшка получилась с PlayStation. А вот у нас вторая превьюшка, которая получилась с моим лицом. Сразу вам скажу, они получились не прям супер-пупер. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Не обижайтесь, если вы сюда не попали. В любом случае, будет вторая часть, поэтому у вас всегда есть возможность сюда попасть. Ну а ролик подошел к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой следующий ролик вы хотите видеть. Пишите свои идеи, вообще пишите обо всем. Также не забываем про мои соцсети. Обязательно подписываемся на телеграм-канал, чтобы попасть тут во вторую часть. Обязательно подписываемся на мой инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Все ссылочки в описании к видео. Ну а с вами был я, Батон. Увидимся в следующем ролике.